решил показать тут, как я к пластиковым окнам присобачил, решил проблему. Значит, как это все выглядит, ввел в пластиковые окна кабель, потому как у меня она просто, ну, уже зима-то на подходе. Еще выглядит это, о, господи, примерно так. Значит, смотрите, просверлил насквозь окна. Здесь можно сверлить, здесь пустоты. Вот оно все двигается. Потом взял вот этот такой материал специфический, утеплитель что ли, поставил, приклеил двухсторонний скотч. Вот. И приклеил. Также я сделал на обратной стороне. Сейчас покажу. Сейчас я перейду на обратную сторону, покажу, как это все выглядит. Так, ну здесь я вот покрупнее сделал материал. Вот сюда тоже присобачил его. Вот оно двигается как хочешь. Ну, эти баклаги, чтобы вода уже не затекала совсем. Так, сейчас покажу, как это. В общем, удобно получилось с пластиком этим. Так. Так, ну а принцип такой, там, когда, так сказать, не надо кабель, а вот так поставил, да? Когда надо, допустим, пользоваться, вот так вытащил на любую там длину, какую надо, подключил антенну, также и вторую. Сейчас две антенны завел. И все, попользовался. Оп, и назад поставил. И вроде аккуратно и практично. Так что повторяйте, кому интересно. Все, всем спасибо. До свидания, 7-3.